Ну вот. Самец прилетел, и вот можно сейчас здесь, правда, неудачно его закрывает самка, но вот видно, какие перья у него грязные. Да и у самки тоже не особо белые. Где-то они в пути попали, может быть, в песчаную бурю, и голову им, значит, трудно очистить, потому что перья клювом могут достать только вот на самом корпусе, где перья растут, а на голове им только если догадаются друг другу клювами почистить перья. Ну, в общем, вот такой вот видос получается чумазой пары этой в Тукумском районе, в гнезде. Это белые аисты. Ну, заканчиваем этот эпизодик.